Всем привет, с вами Информ ТВ. Несколько минут назад в столичном театре Олега Табакова рассказали печальную новость. Не стало известного актера Александра Воробьева. Звезда театра и сериалов всего месяц не дожил до своего 59-го дня рождения. Пока что неизвестны причина его раннего ухода, а также время и место прощания. В данный момент коллеги и поклонники выражают соболезнования семье Воробьева. Слова прощания пишут Сергей Безруков, Марина Зудина и многие другие звезды театра и кино. Вся творческая деятельность Александра Петровича, всю его жизнь была связана с легендарной табакеркой. В 1989 году он был принят в труппу и сыграл множество замечательных ролей. В 2000-м был награжден званием заслуженного артиста Российской Федерации. Также он сыграл больше 65 ролей в кино. Его любят поклонники за роли в сериалах и фильмах «Адмирал», «Каменская», «Хиромант», «Дальнобойщики» и многих других. Последняя его работа – продолжение сериала «Содержанки», которая вышла в 2020 году. Свою личную жизнь Александр Петрович всегда скрывал. Известно, что он женат и имеет двух взрослых дочерей – Александру и Дарью. Мы приносим соболезнования родным и близким актера.